мало кто знает, но в цифровых фортепиано Casio есть небольшая пасхалка, и я вам сейчас покажу. Ну вот, допустим, Privia PX770. Все, что нужно сделать, это, включив метроном, сыграть не так, а вот так. Потом закрыть крышку. И, внимание, появляются часы, да еще и Casio. Говорят, что при другой комбинации может выпасть банкетка, калькулятор и еще много чего полезного. Пользуйтесь.